здравствуйте. Чем заняться дома в свободное время, да еще в плохую погоду, когда на улице холодно, зыбко так, сыро? Ну, я нашла себе работу по душе. Не знаю, как понравится вам эта работа, не понравится, а мне она нравится. Что же я сегодня делаю? Я сегодня делаю букет из засушенных яблок, морковка, петрушка и цитрусовые. Так что, если вам нравится эта тема, то и вам она по душе, присоединяйтесь. Ну, заготовки мои для букета. Это ветка рябины, сухая веточка. Веточки, здесь был букет из чернобрывца, видите, она сухая, хорошая такая веточка. И такие декоративные тоненькие веточки. Затем у меня есть сухие розочки. Розочки из, я сделала из яблок. Розочки я сделала из мандарин. И что у меня еще есть? У меня еще есть, я вам сейчас покажу, это сухая морковочка и сухая петрушечка. Будем что-то сейчас соображать. Три веточки, ведь это мандарины, розы, яблоко и яблоко. Такие три веточки. Это клей горячий. Надеваю на веточку. И так, чтобы она зафиксировалась. Значит, одна роза вот через пару секунд уже будет готова. Это вторая роза. Так, и сейчас мы третью приклеим. Так, и третья розочка зафиксируется. Ну вот она, веточка с розами, уже почти что готова, да? Я еще сюда сейчас подумаю, что мне еще такое. Может, листики сейчас сделаю. Так, это листья из яблок, листья из яблок. Это звездочки из яблок. Так, это морковка, так. Это у меня что? Киви. Сейчас подумаем, что еще сцепим приклеить. На эту веточку сейчас я надену. Вот так, да? Опа. Это морковочка. Итак, готовые веточки я ставлю в вазу, а потом я еще буду смотреть. Ну, у каждого свой вкус, правильно? И своя фантазия. Поэтому что-то я сегодня фантазирую, что-то я сделаю. И уже в вазочке я буду добавлять. Здесь одни розы, пока листики ничего нет. Так, это мандаринки, это яблоко, роза из яблока. Это тоже яблоки. Так. Ну, здесь тоже яблоки, звездочки, листья, лепесточки из яблок. Так. В общем, работаем. Здесь тоже из яблок. Это чисто одни яблоки. Значит, листья из яблоки, лепесточки. А, вот попала одна, это киви. Так. В общем, приблизительно я что-то сделала. Буду дальше творить. Для яркости. Это мандарин. Нет, это не мандарин, это апельсин. Апельсин засушенный. Значит, у меня еще осталась травка, еще остались декоративные веточки. Эти веточки я ничем не буду украшать, просто поставлю их. Они мне очень нравятся, такие голенькие веточки.
обычная травка. Где мак? Мак. Сейчас и мак добавлю. Одну секундочку. Я еще думаю, еще что-то розы добавить. Не надо больше, да? Пока хорошо. Может, я травы еще сейчас возьму, травы добавлю еще немножко. Так, мак. Это я сама закручивала эту траву. Это не трава, это верба, да, это верба. Такая веточка вербы. И добавлю, конечно, травки еще. Я не знаю, понравился вам мой букет или не понравился, но хочу сказать, что на кухне сейчас стоит очень приятный запах. Мандарин, апельсин, яблок. Очень и очень приятно. Даже не хочется уходить. Хотя кухня – это мое рабочее место. Всего вам самого доброго. Спасибо, что были со мной.